Итак, да, вот мы положили пациента правильно для вот этого скручивающего движения, да. Вообще в лечебных целях можно самому или самой дома, да, вот так ногу свешиваешь. И что, тянется, больно? Мышцы болят. А, мышцы, да, после тренировочки. Ничего страшного, давай вот эту руку все-таки держи свою ногу, вот так немножко, чтобы она ниже не ползала. Тут важно, чтобы вот тут был прямой угол с телом. Понимаете, да? Вот. И просто лежать, и так вот немножко покачивать, да, тогда вот она сползает. Если у вас болит поясница, в домашних условиях можно это сделать вот самому, растянуть поясничку, да. Но самому часто бывает не хватает все-таки силы или возможностей, или гибкости, да. Поэтому вот есть несколько способов. Один из них — это когда мы пациенту находимся вот в таком положении и скручиваем его вот так вот. О, уже было, да? Второй вариант, когда мы находимся к пациенту с этой стороны, тогда мы упираемся локтем, желательно косточкой, да? Опять же, в ту самую вот эту вот выпирающую тазобедренную кость, да? Противоположное плечо максимально скручиваем назад. Делаем вот такое движение. Но более лучшее я разработал, это когда мы стоим с этой стороны и дополнительно усиливаем тем, что нога, во-первых, должна быть прямая, да? Угу. Дополнительно я ее прошу зацепиться за стол. Вот. Держишься, да? Этой рукой держать свою коленку как можно выше. Вот. Можно прямой угол, да, соблюдать, можно чуть повыше. От чего это зависит? Если прямой угол, то мы на самые нижние позвонки воздействуем, L5 там, L4, да? Угу. А если нога выше идет, вот, это уже позвонки у нас получаются L3, L2, ну, еще может повыше, вот, L1. Вот. До сюда дойти. Вот. Ну, пока так сильно не надо, да? Вот. Здесь что удобно? Во-первых, голова должна лежать. Да? Она настолько гибкая, что у нее прям плечи вообще, по-моему, лежат, да? Но что удобно, смотри. Во-первых, мы приседаем для того, чтобы у нас была больше сила. Вот это как раз для грузных людей важно, можно показать. Упереться вот сюда. Если рука мешает, можно положить либо за голову, либо за меня, там обнять. Давай за голову положим. Вот, видишь? То есть мы двигаемся всем корпусом. Как в карате, да? У нас от ноги идет удар практически такой. А второй рукой, просто некоторые делают там, подмышку давят, это болезненно, да? Или там на плечо, или как-то вот неудобно кладут руку, да? А здесь рука максимально удобно захватывает вот всю грудную клетку. Вот видишь, я мягко поворачиваю. По диагонали. Видишь? Еще раз смотри, присел, да? Также, кстати, в этом движении не забываем все-таки прокачать. Раскачиваем. И потом. Раз. Вот. Так. Вот все три варианта попробуй сделать, да? Сейчас. Или может на другую ногу. Да, давай, на другую сторону, чтобы Рита отдохнула. Да, все правильно, да, ногу зафиксировал. Угу. Это уперся пониже. Вот здесь. Здесь. Вот здесь, да. Угу. И раскачиваем. И траст. Да. Угу. Вот тут надо, знаешь, как поймать вот этим локтем движение, чтобы вот так вот на себя его. Чуть-чуть вверх. И все-таки по диагонали идет скрутка. Вот так вот, да? В сторону по диагонали, да. Угу. Так, еще раз. Зафиксировали, качаем. И вот так вот. Ага. Угу. Так, это один момент, потом второй на стол, когда, да? Да. Так, ножку вытяни, вот так, да, вот ее. Понимаю, да. Да. Ну, вообще-то тут прямой угол надо желательно. Вот так вот, да? Да, прямой угол. Вот так вот. Так, она в таком положении или чуть-чуть повыше? В таком же, да? Так, она повыше не сможет, у нее гибкость хорошая. А здесь?
упираться сюда, также, да? Нет. Тоже, ну, вообще тоже... лучше поменять руки. Вот. Ага. Вот руки наискосок меняешь. Вот опять же нюансы важные, да? Да, да. И так себе держать удобнее, правильно? На самом деле. Вот, и да. Также раскачиваем и раз. Ага. Раскачиваем. Своей ногой можешь ее ногу держать, вот эту, чтобы она, видишь, сползала, вот, да? Да. Угу. Ту и другую. Угу. Раскачиваем и трасс. Вот. Все. Ага. Это понятно. Так. И теперь когда ты стоишь с той стороны. Да, когда с той стороны. Так же. Угу. Так, это получается. Вот еще небольшое дополнение. Нога нижняя прямая полностью. Эту ногу можно взять снизу, вот так вот, да? Ну, тут она может уже прямо ровно лежать, да? И мы нащупываем уже руками позвонки. Вот. Немножко поворачивать ногу, можно в живот упереться, да? Так что животом, если у кого-то тяжелая нога, да? И вот мы щупаем, где мы там... Где у них подвижность меньше, да? Где выпирают, вот. Вообще, вот такое движение, без всяких мануальных, да, трастов, уже оказывает пользу. Вот. Соответственно, если мы хотим перейти к L1, L2, да, то нам надо много угол сделать больше. Вот. Если к L1, ой, L5, S1, да, вот это сочленение, то сюда оно будет чуть-чуть. Чуть тупее угол, чем прямой. Вот так немножко, да? И вот так же шевелим. И еще. Да, лежи. Все-таки руку назад. Голову за плечами. И вот когда мы это нащупали, да, мы можем еще вот с этой стороны, вот так покажем. Вот эти позвонки конкретно, да, вот мы их как бы взяли. И растягиваем. Ногу по прямее. Угу. Вот мы их прям конкретно область тянем. О, видишь, встало. Вот тут встало, да? Вот, видишь, это уже более тонкая работа, не просто на вот это сочленение. Да, да? А именно, с верхними позвонками поясничными. Так, теперь давай ты попробуй. Так, давай на эту сторону. Ты как? Друзья, хочу пояснить, при таком же движении, да, вот если мы находим в пояснице сдвинутый позвонок, да, вот он, например, ушел вниз, да, то мы, соответственно, что делаем? Мы опять же, помнишь, вот это я показывал, если с этой стороны позвонок ушел, да, то растягиваем противоположную сторону. Вот он ушел сейчас вниз, то есть мы растягиваем эту сторону. Эту, да? Сторону, да. Вот мы эту растянули, и позвонок пальчиками так вверх. Эту растянули в сторону, да, и пальчиками мы ее вверх подняли. Тут оно, в принципе, можно, как получается, и растянет, а можно делать, в принципе, и вот такое движение, да? Тоже уперлись вот так вот, и сюда, тоже в противофазе, или нет? Ну, да, да. Тоже можно. Так это что мы и делали. Нет, я имею в виду, как бы здесь, когда вот, как бы сейчас вот растянем, а в принципе, и можно... и в противофазе, да, скручиваем. Да, отсюда. То есть, смотри, получается, какая логика. Если позвонок ушел туда... Мы человека кладем именно на ту же сторону, на которую ушел позвонок, да. Если он ушел, ну, получается, влево, да, то будем ее класть на левую сторону. Понимаешь, да? Да. Вот, так, а дальше мы перейдем к другому приему, очень интересному тоже.